Российское телевидение сравнило Путина с Гитлером. Из телесюжета российского Первого канала осталось так и непонятно, глава РФ Владимир Путин хуже лидера нацистов Адольфа Гитлера или лучше. В России Первый канал сравнил главу РФ Владимира Путина с лидером нацистов Адольфом Гитлером в намерении возведения моста через Керченский пролив. Об этом говорится в сюжете российского телеканала, отрывок из которого опубликовали в среду, 16 мая, в сообществе «Рогозин на орбите» в Твиттере. Этот проект хотел осуществить Николай II. Этот проект хотел осуществить Гитлер и Шпеер, главный архитектор Рейха, который разработал этот проект в начале 40-х годов, а осуществил его Путин, говорится в сюжете российского телеканала о Керченском мосте. При этом из телесюжета осталось так и непонятно, Путин хуже Гитлера или лучше. Напомним, ранее в Госдуме России главу США Дональда Трампа сравнили с Адольфом Гитлером. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.